Тусклый будничный город, такой повседневный, знакомый, а может и скучный, тоже может удивлять. В очередной раз в этом убедились участники краеведческого проекта «Прогулки по городу». В минувшую субботу, путешествуя по проспекту Ленина, они вновь открыли для себя романтику конструктивизма. К 27-му году стало понятно, что таким малоэтажным строительством жилищную проблему не решить. Да, это, кстати, были кооперативные товарищества, за это жилище нужно было бы выплачивать кредит. Проводником в мир конструктивизма выступил доктор философских наук Михаил Тимофеев. Если на его лекции в ВУЗе могут прийти только студенты, здесь у всех горожан появилась возможность лично послушать гуру по созданию экскурсионных маршрутов. В первый же день на информацию о прогулке откликнулись 40 человек. Что же в городской среде Иваново является уникальным, что является визитной карточкой нашего города? И, ну, как бы здесь, что называется, без вариантов, только два ответа. Это фабричная архитектура нескольких столетий, фабричная текстильная архитектура и советская архитектура, и в первую очередь советская архитектура 20-30-х годов. В числе слушателей – рядовые ивановцы и известные люди, представители общественности, власти. Правда, что называется, в штатском, без регалий и должностей. Пойти на прогулку их побудила любовь к родному городу. Я сама выросла в центре города, на улице Батурина, поэтому сегодняшнее путешествие по центру города – это, по сути дела, даже путешествие по улицам моего детства и моей юности. Поэтому, конечно, патриот и очень люблю наш город. Ивановский конструктивизм Михаил Тимофеев относит к провинциальному, разумеется, в хорошем смысле слова. Называет его компактным, уютным. Наверное, поэтому экскурсия получилась такая душевная, добрая, с любовью к городу. Ребенку интересно и зависит еще от вида преподнесения. То есть человек работает с людьми, это видно. И он рассказывает вкусно, интересно и даже о сложных вещах, то есть вполне доступно. Особенности школы птицы, тайны дома корабля, истории подковы и драматического театра. Наш достаточно молодой город скрывает тысячи секретов. Экскурсия будет интересна как, собственно, жителям города, для того, чтобы узнать больше свою историю, узнать больше о достопримечательностях на маршруте. Это как советское время, так и история города. Узнать об объектах, об еще сохранившихся, о тех, что уже ушли. И гостям города, как таковым. Прогулки продолжили участие во всероссийской акции «Из города в город». В ближайшее время на здании фабрики кухни появятся две информационные таблички с направлениями движения к птице и пуле. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.